В Якутске завершают работы по соединению озера Безымянное и озера Атласовское. Они расположены по Покровскому тракту в районе речевой школы. Ранее озера не имели определенного уровня воды и подписывались с помощью насосов. Теперь вода попадает в озера самотеком. Работы на канале начались в 2013 году. Весной этого года коммунальщики добились того, чтобы свежая проточная вода из реки Шестаковка через Атласовские озера, Сергеляхское озеро, текла в озеро Сайсары. А оттуда вода через систему попадает и в другие городские озера. Жители абсолютно практически 99,9% они довольны то, что вода поступает. Конечно, это здесь районы в основном дачные, и ввиду этого у нас, конечно, получается даже цена, наверное, участка выросла, потому что есть можно поливать огород, есть вода, есть то, чем люди могут пользоваться в летнее время. Но есть, конечно, постоянно проживающие, которые тоже будут пользоваться этими благами. Потому что вода постоянно обновляется, появляется кислород, понижается азот, ну и так далее. Ну, такие химико-биологические свойства воды улучшаются.